Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня пятница, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания святого апостола Павла к римлянам. И сегодня мы с вами читаем 16 главу, первые 16 стихов. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису Церкви Кинхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим и мне самому. Приветствуйте Прескилу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников, и домашнюю их церковь. Приветствуйте возлюбленного моего Епинета, который есть начаток Ахая для Христа. Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для нас. Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и узников со мною, прославившихся между апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа. Приветствуйте Амплия, возлюбленного мне в Господе. Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе, и Стахия, возлюбленного мне. Приветствуйте Апеллеса, испытанного во Христе. Приветствуйте верных из дома Аристовулова. Приветствуйте Иродиона, сродника моего. Приветствуйте из домашних Наркиса тех, которые в Господе. Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся о Господе. Приветствуйте Персиду, возлюбленную, которая много потрудилась о Господе. Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и матер его и мою. Приветствуйте Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и других с ними братьев. Приветствуйте Филолога и Иулию, Нерея и сестру его, и Олимпана, и всех с ними святых. Приветствуйте друг друга с целованием святым. Приветствуют вас все церкви Христовы. Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами продолжаем чтение послания святого апостола Павла к римлянам. 16 глава, первая ее половина, первые 16 стихов. Что мы видим перед собой? Это приветствие. И это не просто приветствие, это особый жанр письма, который и сегодня процветает и существует, но более в деловой сфере, хотя и в частной переписке тоже мы используем такой прием. Это рекомендация или похвальное письмо. Действительно, когда мы кого-то хотим порекомендовать, когда мы кого-то отправляем и кого-то протежируем, мы всегда стремимся, чтобы наше протеже получило должный прием. И здесь апостол Павел выступает с таким вот протежированием к христианам, которым многие известны. И он представляет некую Фиву, сестру диаконису церкви Кинхрейской. Это Фива из Кинхрея. Это пригород Коринфа. И он просит в Риме принять ее для Господа, как прилично святым, и помочь ей, в чем она будет иметь нужду у вас. Ибо она была помощницей многим и мне самому. Мы знаем, что апостол Павел жил несколько лет в Коринфе, действительно зарабатывал там себе на хлеб и принимал некоторую помощь от христиан. И, очевидно, вот эта Фива, христианка, она помогала апостолу Павлу во многом в Коринфе. И одна из самых знаменитых семей в посланиях апостольских, в книге Деяний, это, конечно же, семья, семейная чета Акилы и Прескилы, иудеев, которые жили до гонений, которые были воздвигнуты на христиан еще Клавдием, точнее, не на христиан, а на иудеев. Антисемитизм – это явление, которое, к сожалению, процветало во все времена. И в 52 году по Рождестве Христовом императором Клавдием были инсценированы гонения на иудеев в Риме. И Акилла и Прескилла вынуждены были бежать в Коринф, где, собственно, и познакомились с апостолом Павлом. И когда апостол Павел после своей проповеди в Коринфе отправился в Эфес, они отправились вместе с ним и там, как говорится, осели. И вот апостол Павел просит приветствовать Прескилу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников и домашняя их церковь. Дело в том, что дома христиан часто использовались для собраний. И, в принципе,
то устройство храма, которое мы сейчас имеем, вот это символическое устройство деления на три части храма, да, это притвор, это центральная трапеза и это алтарь, это деление похоже на деление дома, античного дома, в которых как раз-таки устраивались первые христианские собрания, да, потому что, когда мы переводим слово «экклесия», это перевод еврейского «синагоги», да, «синагога», что означает, прежде всего, «собрание». Мы собираемся в церковь, да, церковь — это и есть собрание людей во имя Христова. На заре христианства, в первый век, да, когда еще не сформировалась культура храмостроения, когда христиане вынуждены были собираться тайно порой, и собирались они в домах, и Акилла и Прескилла — это был прежде всего тот дом, где точно мы знали, что мы можем прийти к ним, и там всегда будет церковное собрание, там будут церковные люди. И не только вот такой вот, скажем так, хозяйственной помощью прославились это чета Акилла и Прескилла. Кстати говоря, именно имя Прескилла — это уменьшительно ласкательное, да? Есть Катерина, есть Катюша. И такое более официальное имя — это Приска. А уменьшительно-ласкательное — это Прескилла. Апостол Павел всегда называет ее вот так вот, по-семейному, по-доброму. И это семья, которая не только занималась, опять же таки, повторюсь, хозяйственной частью и такой вот физической, натуральной помощью апостолу Павлу, но они еще занимались проповедью. Мы вспомним, что когда они были и в Эфесе, и в Коринфе, к ним пришел Аполлос, и они наставили его в начатках учения Христова, ибо он был знаком только с Иоанновым крещением, и они, скажем так, наставили его на путь Христов. И Аполлос, то есть нужно понимать, что это было не просто некое поверхностное научение, поверхностная теория, нет, это было действительно глубокое знание, потому что Аполлос стал потом помощником и сподвижником апостола Павла в его трудах благовестнических. Соответственно, вот, приветствуя апостола Павла, он просит приветствовать Прескиллу и Акиллу, которую знают все, на самом деле, многим людям они помогли. «Приветствуйте возлюбленного моего Епинета, который есть начаток Ахая для Христа». И далее он передает вот эту похвалу тем людям, которых либо знает, либо которые нуждаются в том, чтобы их представили как людей, которые заслуживают внимания в своих трудах. Он представляет людей. Чем нам интересен этот отрывок? Чем он нам назидателен? Хотя здесь нет какого-то великого богословия. Почему его не убрала церковь, как некоторые другие отрывки, которые не читаются за богослужением Священного Писания? И зачем нам перечисление вот этих имен, которые для нас уже, к сожалению, ничего не значат? Мы практически о многих из них ничего не знаем. Только если искать какие-то специальные исследования, изучающие все сложности церковного предания и актуализирующими для нас память этих святых, о которых говорит здесь апостол Павел. А потому что это история, это то, что показывает нам, что церковь, жизнь церковная — это не только богословие, но это еще жизнь, практическая, реальная жизнь. Это дружба, это теплые добрососедские отношения, это любовь между людьми. Вот что показывает этот отрывок, и вот чему он нас учит. Учит благодарности, учит помнить добро, помнить тех людей, которые встречались нам на пути жизненном и действительно помогли. Апостол Павел вел такой довольно-таки кочевой образ жизни, но он помнил всех, всех, кто ему помог. И всегда ходатайствовал и в своих молитвах, и, как мы видим, в своих посланиях за этих людей. Вот этому нужно нам учиться. Это культура, и культура духовная, культура духа человеческого — быть благодарным и внимательным. Поэтому будем стремиться к этому, дорогие братья и сестры, а также будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч! Господи, Господи!